Я сейчас в Риме. Вот встретилась со своим старым добрым другом Евгением. И он житель, можно сказать, коренной житель Рима. И я вот решила задать ему вопрос. В чем же очарование этого города? Такой будет взгляд изнутри, Женя. Я думаю, что очарование Рима зависит от того, что у тебя в душе. У каждого свое, потому что многие люди не находят никакого очарования в этом городе. Многим другим этот город, город замораживает. Очень персонально, как говорится, в итальянском. Это зависит от каждого человека. Спасибо, Женя. Кстати, отличное мнение. Спасибо.